Крючковскую Татьяну и Якимович Людмилу с днем рождения поздравляют коллеги по работе ресторана «Беловежский» города Свислоч. Желаем вам благополучных будней и крепкого здоровья. Пусть вас радуют приятные моменты, добрые известия и хорошее самочувствие. Пусть каждый день для вас будет удачным и радостным. Пусть внуки вас обожают, пусть дети всегда уважают. И будет поддержка семья. С днем рождения вас поздравляем! Праздники веселые и радостные, в нашей бурной жизни гости частые, в мае, ноябре и январе. Красных дней полно в календаре, только этот праздник свой каждого. Нет на свете праздника столь важного, потому что он, увы, всегда нам напоминает про года. Да, 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 этот праздник день рождения, в нем есть музыка весенняя, как бывающийся сон, хмель, вина и песен звон в дом приносит он. Этот праздник день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет. В нашей жизни всякое случается, далеко не все мечты сбываются, но встречает этот праздник нас и надежду дарит каждый раз. Смех, друзей, переборы струнные, разговоры тихие и шумные. Пусть приходит праздник, не беда, что напомнит там нам про года. Да, 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 этот праздник день рождения, в нем есть музыка весенняя, как сбывающийся сон, хмель, вина и песен звон в дом приносит он. Этот праздник день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет. Сбывающийся сон, хмель, вина и песен звон в дом приносит он. Этот праздник день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет.